Сегодня 20 октября 2021 года. Перед нами виноград под названием Бирюинца. Этот сорт молдавской селекции с поздним сроком созревания. Устойчивость к болезням у нее, к мильдию, хорошая, к аидиуму требует дополнительных обработок. Цвет ягоды желто-зеленый, ягода плотный, мясистый, шкурка при еде не ощущается. У этого винограда, чтобы цвет ягоды имел привлекательный вид, нужно в период созревания ягоду осветлять. На одном побеге дает по одной-две грозди. Сейчас мы возьмем некоторые ягоды, измерим ее на сахар и посмотрим вес отдельно взятой ягоды. Размер ягоды на фоне спичной коробки. В среднем где-то около 3 сантиметров. Давайте возьмем, измерим вес отдельно взятой ягоды. 9,3, 10, 9,6. Давайте посмотрим ягоду в разрезе. Мякоть у нее плотная, мясистая. Сейчас мы измерим ее на содержание сахара рефрактометром. Ну, почти 21 бриксов. Давайте попробуем сфокусировать на камеру. Я думаю, будет видно и понятно. Всем пока. До новых встреч.